10 новеньких автомобилей с красными подарочными бантами стоят около МТЛ-арены. Здесь проходит чемпионат России по боксу. Обладатели золотых медалей, кроме 500 000 рублей, получат и один из этих автомобилей Тольяттинского автозавода. Золото, серебро и бронза. Самарская область на домашнем чемпионате России выиграла 3 медали. И еще одно достижение. В сборную страны попал тяжеловес Артем Сусуньков. Итого 4 спортсмена поедут на отборочные соревнования за путевками на Олимпиаду 2020 года в Токио. Здесь у нас будет, а за Самарскую область будет на Олимпийские игры. Это же просто превосходно. Последний раз в истории, когда мы ездили в Самарские на Олимпиады? Это Олег Саитов у нас, Олег Олегович Саитов. Последний раз, да? В 2004 году он 3-е место занял. После этого у нас и Россию никто не выиграл. А вот сейчас вот так вот, что у нас результат хороший на этой России у нас. Первое, второе, третье, полный комплект. В финальном поединке в среднем весе встретились 2 боксера Самарской области – Вахит Аббасов и Шахабас Махмудов. Поединок получился равным. Судьи отдали победу Махмудову. Титул значит многое. Чемпион России, предолимпийский чемпион России. Сейчас есть хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Даст Бог, будем воспользоваться каждым шансом, который будет. Я считаю, что все 3 раунда намного или на чуть-чуть я выиграл. А так, всем огромное спасибо, что пришли поддерживать. Мне очень, правда, приятно. Всех люблю. Большое спасибо моим близким братьям, которые, брат мой Ибрахим приехал, брат Усал. Они приехали из Питера и каждый день за мной следят. Кроме спортивных наград, призеры еще и хорошо заработали на Самарском чемпионате России. За 3-е место чек 100 тысяч рублей, за 2-е 300. Чемпион уехал на «Ладо Вести» и увез 500 000 рублей. Наша волжская земля стала территорией бокса. И, наверное, территорией бокса не только нашей страны, потому что такое большое количество мастеров кожаной перчатки. Это 300 лучших спортсменов из 58 регионов России съехались сюда, в Самару, для того, чтобы без компромиссных поединков выяснить, кто является лучшим, кто является наиболее достойным. И праздник спортивный удался. В общем зачете национального чемпионата по боксу победил Ханты-Мансийский автономный округ. 2-е место заняла команда Московской области, 3-е – Республика Дагестан. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.